Сыграем одну, вспомним, как это все было. Теперь же можно заапгрейдить у нас. У нас же теперь будут и лонг-баррели, у нас есть и маркет на пушках и так далее. О, корону я люблю. Ну, конечно, в основном люблю майндлинг корону и дарк корону. Классическую корону. Кстати, корона это была первая такая сильная дек, которую я собрал, в принципе. Нет, была сначала квина, а корона была моя вторая дек, которую я собрал в игре. Когда корона была вообще крутая. Не то, что сейчас. Да, первая была, когда игра вышла за бета-теста и все это сбросили. Сначала была квина как обычная, джита квина была, потом, да, коронка. Причем коронка так, такая классическая просто. Бело-зеленый, ой, синий-белый, других не было раньше. Но с фениксами. Там были фениксы еще. Потому что феникса с Destiny поставить было прям бесценно, можно сказать. Было очень весело. Еще корона, кстати, тогда была еще раркой она. Даже не легендарка, а рарка. Ее вообще нормально собиралось. Ну вот это на оружие, она играет против крич хорошо. Не, по-любому еще надо джека, маркет добавлять, и все будет тип-топ. Лонг-баррели будут вообще офигенные здесь. Слушай, надо как-нибудь заняться. Опять же, этой штучкой. И шо, вуна можно, кстати, обратно в маркет перекинуть. Типа как финишера одного, потому что так-то он не нужен. Как таковой. Сонькой тоже прикольно. Вешаешь пушку, дабл пушка, дабл дров. Вообще замечательно. Ой, я тут эти видео посмотрел, вспомнил, как Unstable Rush с одной маны. Ладно, мы тут надровались, как сумасшедшие, нам не так страшно. Давай еще харших впендюрь нам. Чего, только не убей сейчас, и все нормально. У меня серебряный тоже пару раз все был. Кто-то прям много достает. Нет, за что? Мне так нужна была эта крича. Нехороший ты человек, оппонент. Слушай, у нас была другая версия. Я вот ее жалко удалил. Там у нас был, кстати, апгрейджен. Там был Джеки у нас там были Вархелмы. Где бы теперь ее найти? Где бы теперь ее только найти бы? По-любому она где-то есть, мне кажется. Мне кажется, мы ее все-таки сохраняли. Может быть, в версии с Калибом это было? Да нет, версия с Калибом была отдельно. Да, это другое. Это как раз самые первые гренадины, которые были. Обманули оппонента.